220 мастеров кожаной перчатки из 22 стран. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева стартовал 21-й по счету международный турнир по боксу памяти видного общественного и политического деятеля Магомедсалама Умаханова. На открытии побывали мои коллеги. Слово Курбану Рагимову. Слушать команду тренера и четко следовать плану Рашид Янгазиев включается в работу с первых минут. Выходец из Дагестана уже 3 года живет и тренируется в Ханты-Мансийске. Он резче своего соперника и атакует чаще, что в итоге выливается в уверенную победу. После 2 раундов секунданты боксера из Азербайджана отказываются от продолжения. Соперник не такой топовый боец, но для первого боя нормально продышался. Сейчас буду как раз... По ступенечкам нормально. Одна я помню, наоборот, как-то вдохновляет. Поддержки, пацаны свои все. Как у себя дома чувствую, нету такого, что вот приехал куда-то. Как у себя дома нормально. Умахановский турнир по составу один из сильнейших в стране. В свое время он дал путевку в большой спорт многим олимпийцам и чемпионам мира. География участников, как и в предыдущие годы, впечатляет. Сражаться за награды приехали спортсмены из 22 государств. Костяк сборной России составляют молодые боксеры. Здесь тренерский штаб обкатывает ближайший резерв. Отдельную команду выставили хозяева. Сборная Дагестана заявила 25 участников. Всего на кону 15 комплектов наград. Их обладатели определят 220 мужчин и женщин. Ну, всегда Махаловский турнир он проходил очень достаточно на таком серьезном уровне. И у нас не было очень много победителей всегда. Всегда мы как-то разбавляли иностранные представители. Ну, здесь будет многое зависит, как говорится, от настроя и вообще от фортуны. Ну, конечно, мы предложим все усилия, чтобы наши боксеры боксировали хорошо. О богатой истории и значимости этого турнира говорили на официальном открытии. Здесь со словами приветствия выступили представители власти, Федерации бокса, а также родственники семьи Умахановых. Турнир продлится в течение еще 5 дней. Финальные поединки намечены на 3 августа. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.